Здорово, подписутен. 23 марта, суббота, 24 год. Пахлава турецкая. Пахлава турецкая. Заценим. Говорят, она самая вкусная из всех пахлав. 8 видов. С чего начнем? А приторный-то? Из всех попробуем, мне интересно, что самое вкусное. Все они с разными названиями. Первую съел, сразу ничего не ощутил. Такого нереального. Давайте вот эту зелененькую. Не знаю. Вот эту. Ничего особенного. Может быть, другие удивят меня. Все мега приторное. Вот красивенькое, да? Смотрите. Красивенькое. Орехи. Орехи. Я все не знаю, что должно меня мотивировать, чтобы я, например, ее покупал. Понятно, я купил для видоса записать. Сколько я не ел эти пахлавы, они мне не заходят. Никакие. В общем, вот это пахлава. Пока вот эти две лидируют. Но опять же, тоже, по-моему, с орехом, да? Да. С орехом. Все мега сладко. Мега жирно. В общем, что меня должно так мотивировать, чтобы купить этот пахлаву? Да ничего. Первый, последний раз. Именно прям заморочено насчет пахлавы. Вот это. Давайте. Не знаю, я бы лучше, наверное, Наполеончика поел. Тортика. Ну и заключительное, самый красивый.
самый красивый. Кстати, по размеру самый большой. Ну что сказать? Ничего особенного. Ничего особенного в этом пахлаве нету. То ли пельмешек покушать с мазиком. Вот это намного вкуснее.